Ну что ж, понеслась. У нас третья миссия по этой игре. Так, сейчас, секундочку. Вот ты ж гад, а. Вот так. Окей, продолжаем. Так, теперь все нормально, надеюсь. Так, все окей. Все, графика вроде бы стала нормальной, более-менее. Так, у нас очередная плита. Я Амунир Копшеф. А пахальщик по правую руку государя, королевский писец. Писец. Командующий войсками, носитель стрелы. Я несу свободу и процветание всему Египту. Классно. Так, с настройками как-то нормально, со звуком тоже. Окей. Так, мы поднимаемся наверх, смотрим, что у нас сейчас там будет. О, да будет свет. Так, налево или направо идти? Ладно, пойдем направо. Опять вы, скелетоны. Скелетоны самые противные, мне кажется, противники в этой игре. На них больше всего уходит боеприпасов. И это печально. Так. Окей, все нормально. Так, кто нас там жарит? Ладно, давайте с птичками разберемся. Окей. Тикаем. Вот же, блин, я забыл, что не сама на водяшке. Печально. Уйди. Окей. Получи, распишись. Раз, два. Сэм, надо как-то перебраться через дамбу. По этим стенам хрен залезешь. Отсюда только один путь вниз, как всегда. Там должен быть проход. Если есть, найдем. Если нет, все кончится очень быстро. Само собой. Так, что у нас тут за надпись-то? Давайте прочитаем. В топку укрытия мужики несут. Класс. Ладно. Окей, автосейв. Супер. Ой, не нравится мне все это.
девочки. Мои любимые. Отдохни. Так, а пес, сколько вас тут? Во. Еще. Капец, сколько шашлыка. О, чувствую, сегодня у меня будет очень хороший ланч. Окей, идем дальше. Опять автосейв. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, иди сюда. Опять вы. Так, ну что, у нас графика не испортилась опять, как всегда. Нет. Все хорошо. Ну и ладно. Опять ты. Так, пора пополнить боеприпасы. А для ракетницы ничего нет, как всегда. Ну ладно. Так, давайте обойдем. Класс. Опять автосейв. Ёлки-палки. Да не, вас тут многовато, чтобы идти к вам на ближний бой. Окей. Так, опять затишье перед бурей. Ну ладно. Воспользуемся этим шансом, чтобы собрать боеприпасы. О! Да ну шо ж ты будешь делать? Капец, теперь надо еще ключ искать. Ладно. Найдем. Еее. Ключик есть. Так, тут ничего нет. Окей. Так, 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 так. Сизам, откройся. Реактивный ранец. Ну, наконец-то. Картечь, хорошо. Бронька, еще супер. Что, это все? На ракетницу ничего нет? Ладно. Лети, мой голубок. Еху! Thank you.
вот это шикарно. Уч. Кто это там? Ладно, все, не будем на них время тратить, все, валим отсюда. Так, кстати, а куда нам валить-то нужно? Проход где-то есть, ау. Тихо, тихо, тихо. Так, ладно, давайте, чтобы не париться. Вот так. Так, теперь... О! Для ракетницы, хорошо. Так, реально, куда теперь идти-то? Оттуда я пришел. Ладно. Не, вот там уже ничего нет. Не пойму я. Да, тут я был, тут ничего нет полезного. Тут тоже ничего. Ладно, я, ну и все, давайте я опять прервусь, пока не найду вход. Итак, окей, продолжаем. Все, вот мы снова на этой дамбе, или как она там называется. И теперь мы можем ее перелететь. Окей. Забираем боеприпасы. Опа. Так. И вот сюда, когда я сейчас включаю... Да, и вот сюда, когда я включаю запись или выключаю ее, ухудшается графика. Вот. Почему хз? Так, ну сейчас вроде бы все окей. Ох ты, ё-моё. Ё-моё, тягаем. Хорошо. Ёлки-палки, да сука же вас там. Окей. Окей, нам нужно опять добыть какой-то ключ.
Или что-то в этом роде. Да, и такой единственный вопрос, где он? Отдохни, скорпиончик. Ладно, пока я тут ничего не нашел. Ладно, отправляемся дальше. Иди сюда, здоровяк. Окей. Ух ты. Классненько. Еще. Все. Очередь, сукины дети. Так, я походу какой-то ключ взял. Наверное, это тот ключ, о котором я сейчас подумал. Так, тут тоже мы все взяли. Ну что ж, все походу. Здесь больше ничего нет, так что валим. Да пофигу, все, улетаем отсюда. Капец, сколько вас тут. Ладно. Электроключик открывай, ту дверь. Ага, по-любому. Понеслась. Так, ну что, я там, где нужно? Или еще нет? Так, отсюда я выпал. Заметка на будущее. Турборанец должен работать даже мокрым. Ну да. Товарищ, помни, космических ублюдков притащили корпорации. Ага. Так, все. Не работает у нас больше ранец, к сожалению. Да пока что. Хорошо. Так, автосейв, значит сейчас что-то будет.
И почему я не удивлен? Ой-ой-ой. Иди вы нафиг, не хочу на вас время тратить. Достали. Ненавижу этих скелетов. Да господи, сколько же вас тут? Я так и думал. Ну да. Опять бычки. Шашлык. Готов. А если так? Окей, перезарядка. Да вы издеваетесь. Ладно. Конечно, уроды редкостные, но мне страшно нравится ваше упорство. Само собой. Так, что у нас там? Так, ничего вкусного. Опять автосейв. Ладно. Опять скелеты. Блин, мне что, опять что-то искать нужно? Да вы что, издеваетесь? Блин, не работает же. Не поскакаю я. Да ну вас нафиг. Иди сюда. О, не-не-не, только не минотавры. Да, их не трогать нельзя. Потому что если у меня сейчас опять что-то вылетит, то будет очень печально. Тихо. Вот на них не действует этот код. Минотавров этих нужно только самим убивать. Ну ладно.
Ё-моё. Пора сваливать. Ё-моё, откуда ж вы беретесь-то? Так, ну все, тут тупик. Ключа тут нет, тоже нигде нету. Ладно. Так, друзья, ну что ж, давайте я завалю этих минотавров. Если меня снова выкинет, то тогда встретимся в последней сохранялке. Так. Так, секундочку. Тут же должно быть хоть что-нибудь. Никакого намека на ключ. Так, ну что ж, зрители и подписчики, я не нашел этот ключ, правда я не знаю, где он. Напишите мне потом в комментах, где он был, бо я все обыскал, не знаю, где я мог его профукать, ну да ладно. С помощью чита я перешел через эту решетку, ну и спускаемся вниз. Сейчас, только секундочку, как всегда. Меняем графон. Окей. Эй, Квин, вроде это оно. Гробница Сетиркапшефа? Слабо сказать это в 5 раз быстрее. Можешь просто зайти и запустить ключ, пожалуйста. Надо же, какие мы вежливые. Так, что-то заработало. Но тут все тихо. Есть. Ключ к вечности включен. Сэм, ты красавчик. А то. Я качаюсь. А, в этом смысле? Ну да, понял. Ментал стягивает войска. Он готовит удар. Выходи из здания. Вертушка сейчас будет. Ладно, сделаю вид, что поверил тебе. Да, и вот теперь все открыто. Ну, ну слава богу. О, ты смотри, как мы выросли. А это еще что за хрень? Так, ну этих тварей трогать нельзя. К сожалению. Ладно. Иди сюда.
Так, у нас есть что-то помощнее. Так, валим. Ого. Хорошо. О, да. Ладно. Так, что нам еще использовать? Иди сюда. Плазменная пушка. А давай. Кушай, молодец. Приятного аппетита. Ой-ой-ой, пора текать. Отдыхай, чувачок. Одно скажу, Стоун. Ну и живучая ты, сука. Слушай, это же конец света. Не хочу ничего пропустить. Oh,
Вот так и закончилась эта DLS. Крутой СМ3. С вами был Мегатрон. До новых встреч. Всем пока-пока.